В текущем году Каспийск одним из первых завершил работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках первого этапа программы. В список отремонтированных объектов вошли 9 домов. 5 по улице Сулейман-Стальского, дом по улице Хизроева и по улице Байрамова. Во всех этих зданиях фонд капитального ремонта Республики Дагестан провел проверку выполненных работ, связанных с заменой и ремонтом крыш. Еще 2 расположенных по адресам улица Ленина, 17 и Хизроева, 37, получили обновленные коммунальные инженерные сети. По словам руководителя фонда капитального ремонта Республики Магомеда Алиева, Каспийск ежегодно увеличивает объемы ремонтных работ, что улучшает жилищные условия для большего числа жителей. Работы на всех объектах были завершены в срок и выполнены подрядной организацией ДСК-20 без замечаний. Несмотря на возраст зданий, им более 55-60 лет, после ремонта они соответствуют современным стандартам безопасности, что значительно продлевает их эксплуатационный срок. Отметим, что программа капитального ремонта в Каспийске включает 517 многоквартирных домов общей площадью 3 миллиона квадратных метров. За период с 2014 по 2023 год был отремонтирован 201 конструктивный элемент в 93 домах, что улучшило жилищные условия для 13448 человек. Собираемость взносов на капремонт в городе составляет 80,2%. На 2024 год в Каспийске запланирован ремонт общего имущества в 14 многоквартирных домах. Первый этап, включающий 9 домов, уже завершен, а работы по второму этапу будут проведены до конца года. Благодарю.